Обычная вата, клейстер и акриловые краски. Из таких, казалось бы, незамысловатых подручных материалов белгородские мастерицы создают настоящие шедевры. Выставку уникальных изделий ручной работы, традиции Белогорья куряне посетили в минувшие выходные. Талантливые умельцы из соседнего региона превратили лепку из глины в шоу и провели мастер-класс по изготовлению народной куклы-травницы. А еще присмотрелись к курским народным промыслам. Мы очень тесно хотим посотрудничать с вашим регионом. Вот мы уже связались с Суджанским колледжем декоративного искусства. Там очень замечательные работы студентов по ковроткачеству нас привлекли. Ну и глина тоже очень хорошие работы. А также еще комбинат декоративно-прикладного искусства. Очень замечательная роспись, жостовские подносы. Культурные связи между Курской и Белгородской областями год от года крепнут. В этом году наши регионы свяжут еще одно важное событие – 80-летие Прохоровского танкового сражения и победы на Курской дуге. Наша культурная эстафета будет наполнена прекрасными, памятными, важными мероприятиями. Как мы благодарны нашим коллегам, которые приехали к нам сегодня, потому что для нас это как бы символично. В такое непростое время мы очередной раз говорим о том, что мы едины, и это наша общая победа. Закрепить планы поможет соглашение о сотрудничестве по сохранению и развитию культурных, национальных и дружеских связей между нашими регионами. Его подписали министры культуры Юлия Политыкина и Константин Курганский. Мне кажется, несмотря на близость и даже как некое родство между двумя регионами, все равно у нас совершенно разная культура. И вот чем богаче палитра нашей культуры, тем богаче палитра культуры нашей страны. Нам есть чем делиться, дружат наши библиотеки, дружат наши филармонии, клубные учреждения. Первые совместные мероприятия состоятся уже в ближайшее время. Культурная делегация из нашего региона планирует нанести ответный визит соседям в сентябре. Лариса Марковчина, Геннадий Воробьев. События дня.